Студентам Нижневартовского госуниверситета рассказали о возможностях всероссийского проекта «Твой ход». Раскрыть потенциал, реализовать свой социальный проект и даже получить 1 миллион рублей – такой шанс есть у всех студентов. 25 февраля стартовал региональный тур, в рамках которых команда проекта ездит по вузам страны с презентацией и консультацией по конкурсным трекам «Делаю» и «Первопроходец». И если вторая номинация создана специально для первокурсников, чтобы они научились работать со своими инициативами, то трек «Делаю» предполагает более продуманную работу под стать главному призу. 200 лучших лидеров проектов, которые будут реализованы за полгода с 15 марта по 15 сентября, получат по 1 000 000 рублей на воплощение своих задумок. Для студентов это главная возможность получить 1 000 000 рублей на реализацию себя, да, потому что у нас главное отличие от грантовых конкурсов, что это не грант, это премия, она выделяется конкретно лидеру проекта, и он может тратить на что угодно. Мы опрашивали победителей прошлых лет, ребята, кто-то улучшает жилищные условия, да, там покупает квартиры, кто-то оплачивает себе обучение, кто-то технику, кто-то курсы, ну то есть можно потратить на все, что угодно.